Всем привет! Всем привет! Начинаем свою поездку по улицам Ставрополя. Вот мы на Некрасова. Почему? Потому что отсюда начинается Краснофлотская. Проедемся чуть по Краснофлотской. Ну, может, еще по Морозово. Они коротенькие улицы. Да, Краснофлотская, она не коротенькая. Тут как не коротенькая? Ну, не коротенькая. Надо наговаривать. Вот получается. Только я всегда думал, что вот это Некрасово. Ну да ладно. В общем, начинается маленький она. Маленький переулочек, что вы присоединили. Начинается она в частном секторе. Ой. Она тут заканчивается. Тут 38 лет. Я правильно? Не знаю. На карте написано, что там от Некрасова. 207. Все, в общем, с конца, как всегда, как мы любим, потому что солнце сзади не будет светить нам не в объектив, а... Ух ты, какой домик продается, кстати. Ну вот продают, потом выкупают и строят вот такие особнячки. Вот мы подъехали к Серова, практически не будем стоять мы на светофоре. Пересекаем Серова улицу. Ее мы вам уже показывали. В общем-то, она вся частный сектор. Высотки на ней стали появляться уже, наверное, в годах 70-х, и то туда ближе к Мира. Проезжаем 19-ю школу. Вот она. Получается, 19-я школа города Ставрополя. Тут одностороннее движение. Мы бы, в принципе, по-другому бы и не смогли поехать. Вот мы подъехали уже к Тельмана. Они все односторонние. Здесь улицы. Ох, зарплата пришла. Ну и в общем. Справа-слева тут Волгодонский переулок. И как вот проезд называется, вот получается. Ну, нравится мне там очень эти переулки. Они как бы кругом. Молодогвардейский здесь. И вот мы подъезжаем уже к 8 марта. Она тоже односторонняя. Переезжаем. Ну тут уже детство, я тут в принципе рос у бабушки. Отец рассказывал, что тут булочная была деревянная такая, молоко, палатка продавали. Он так тут вообще вырос. И вот высотки уже на Лермонтова вот появились. Ну, это недавно построили. А чуть дальше уже там получается пятиэтажки, они уже годов, наверное, 70-х, 80-х. Пересекаем Лермонтова. Тоже было. Ну, все улицы, которые мы сейчас будем пересекать, мы уже показывали. Следующий у нас Мира. Что, мы все на светофоры попадаем? Мира Краснофлотская, тоже помню тут магазин, если не ошибаюсь, назывался Вега. Ну, а сейчас там закрома. Всякая такая ерунда. Ну, вот пересекаем тоже. Плохо видно. Плохо видно. Или Ригонда, или Вега, как-то он назывался, этот магазин. Ну вот этот перекресток тут тоже бочка с квасом. Тетя, ты чё? Да, она собралась. Не знаю. Ну, все ей сигнали. А, нормально. Да, она просто во дворы повернула. Просто повернула с другого ряда. Почему бы и нет? Если очень хочется. Да. В общем, этот район более-менее, так я знаю, более-менее родной. Подъезжаем мы к Ленина. Тут у нас торговый центр Селена. Да, он уже давно, ну, да. Сколько помню.
нас интересно по троллейбусам. Вот я сейчас увидел троллейбус. Новые будут или нет? Обещают, обещают, что-то пока никаких троллейбусов. Народ жалуется. На работу добраться нелегко. Особенно жалуются на юге, но вы знали, где квартиры брали. Перспективно. Это очень заселенная. В перспективном я бы не хотел вроде брать квартиру. И транспорта много. Мил Круг. Я чуть не прочитал Михаил Круг. Почти. Почти одно и то же. Вот мы подъехали к Морозово. Если направо, это Морозово у нас улица. Мы еще чуть проедемся, вот покажу. Ты говоришь длинная, ну километров вроде. 1,8 километра и Краснофлотская заканчивается. Вот она еще к лесу идет. А, еще к лесу. Она вот туда вниз идет, да. Я же тебе поэтому говорю, что она идет туда вниз. Вот, я не знаю, по какой стороне, наверное. Ну, наверное, налево. Ой, нет, там, наверное, тут, я не знаю. Я что-то растерялась немножко. Потерялась я. Там гаражи. А, ну да, там гаражи, наверное. Тупик. Че, этот не. А, тут не едет никто. Не знаю. Ну да, еще чуть дальше пройдет. О, вот где ЭМ-авто. Они тут что-то все перестраивают. Тут, правда, такие уже улочки совсем. Ну да. Козьи тропки. Горная. Узенькие. Горная местность. Такое, возле лесочка. Слушай, я тут ни разу в жизни не был, сколько живу. Ну вот. А здесь начинается улица. Там еще и гаражи, да, сколько. Гаражный кооператив целый, прям как у нас этот песчаный карьер. Два человека. Прикольный домик такой сделали. Ага, сруб типа. Ну, типа да, срубы. Ни разу в жизни здесь не был. Тут такая тупичковая уже, ну, улица. Понятное дело, там желез дальше. Поэтому такой тихий райончик. Ох ты, ё-моё. Краснофлотская 9. Замки прям. Прям такие тут, да. Ух ты, ух ты, а что это у них там такой навес? Интересно, нифига себе забойщик. Ага. Сколько там на эту подпорную стенку-то? Там, боже ты мой. Метров 5, наверное, забор. Когда мы тут еще побывали? Сейчас обратно ехать будем с ними. Этот домяр. Да. Там и дома не видно. Ну и получается все, наверное, да, здесь тупик. Ну, да. Судя по всему. Сейчас будем разворачиваться. Это последний дом. 2,4 километра. Угу. В общем, еще Морозово покажем, потому что, в общем-то, коротенькая улица. Краснофлотская. Ну а Морозово у нас такая тенистая, много зелени. Это у нас центр. Можно сказать, старый центр. Она, по-моему, самая центральная улица. Этого я не знаю. Насколько она центральная? Ну, когда-то считалось, понятно, что сейчас. Ракушечка стоит. Не видно, наверное, была. Я думала, уже таких и нету. Гаражи, ракушки. Тут у нас элитный лицей. Да. Номер 14. Почему он элитный? Ну, не знаю, тут машины такие останавливаются, что мало ее. Центр города, поэтому элитный. Да. Дворики тенистые. Все тут хорошо. Пересекаем Льва Толстого, его мы тоже показывали уже. Правда, там кусочек остался за нами. О, новая площадка. Интересно, такая большая территория. Красиво. Вон тоже мозаика. Она не особо и новая. Если честно. Уже вся такая подбитая.
хотел жить? А ты бы? Ну, не знаю, если честно. Не, ну тут добираться, конечно, с транспортом, с центра ехать не очень. Забитые идут автобусы, маршрутки. Вот когда тут наладят. Пробки немного, конечно. Ну, ну не знаю. Пробки, конечно. Кому-то мы рекламу сейчас сделаем. Почему? А, грузоперевозки. Это не реклама, это совет. Не, мы ничего не советуем, мы не в курсе, кто это. Ломоносова пересекли, дальше у нас будет Пушкина. Да, это задняя часть, как это? ДК. ДК. Не задняя часть. ДКС. Как это сказать-то, господи, слово? А он в лице, ты не в ту сторону. Там теперь духовная семинария. Да, раньше это была. Мужиком. Раньше это была какая-то школа, я уже не помню. Не знаю, тоже вон отбахали дом. А, видно, когда, наверное, успели? Да. За технический у нас. Ой. Переулок. Слушай, а мы еще не пропустили эту мечеть? А, я не знаю. Ну, картинная галерея сейчас. Нет, еще. По-моему. Вот тут, по-моему, она. По-моему. Да, вот она. Ну, она за деревьями, рядом, конечно. Видно, ну, не нет, будет. Немножко, может быть, и видно будет. Про нее мы, кстати, вообще не вот снимали. Сейчас вот здесь будет видно, вот так. Не снимали про нее совсем. Ну и Пушкина. Слушай, да, она коротенькая, как Краснофлотская. Если не короче. Ну, не розовая, она небольшая. Да-да. Старые здания такие красивые. Проедем. А туда можно прям? Ну, а что нельзя? Там да, просто тупик. Так кто его знает, сейчас правила меняются каждую секунду. Подъехали мы к Артёму. Это уже у нас, ну, самый центр. Опять Зеленстрой трудится. Угу. Делает красивые клумбочки в центре. Меняют цветочки, наверное. Вон люди сидят. Деньки догуливают. Театральные. Да. У нас тут драмтеатр, который мы вам тоже при прогулке по Ставрополю показывали. Все, уже разметка стерлась уже вся. Пойдем в баню эту разметку, блин, толку от нее. Тут, конечно, паркуется не очень как-то. Ну, центр города тут. Напряженка у нас. Тут тоже старое здание. Артиллерийское училище, mm-hmm, или что-то. Ну, мы, по-моему, мимо как-то шли. А вон. И... смотри, колесо обогрело. Сейчас, сейчас я же так быстро не могу дергать. Видно. Так, ну сколько тут осталось метров? Метров 200. Ну, собственно, да, это и ну, 2 километра ровно. 2 километра ровно. Небольшая. Разворачиваемся. Ну да. Это у нас площадь Ленина. Народу немного, все на работе. И жарко сегодня. Ну, жарковато, да. Прям печет, как будто лето. Летом, конечно, еще больше печет. 25, наверное, сейчас показывает, скорее всего. Наверное. Столбы еще старые. Скверика немножко заснимем и, наверное, уже будем. Может, еще Пушкина покажем? Просто очень коротко. Да, не знаю. Может быть, длинно, наоборот, получится. Да нет, я думаю, не получится, что мы тут 3 минуты там проехали, с 3 минуты там. Ну, давай обратную сторону. Да, вот так покажу. Как раз она односторонняя сразу. Мне нравятся эти гибискусы, как красиво, да, цветут, классно. Сейчас. Такой заборчик, ну, из них вот, сделан, очень красиво. Да, вот меняют цветочки. Тут регулярно меняют, потому что центральные... площади. Клумбы центральные, да. Композиции тут большие. Так, ну поэтому чё? Меня часто. Можешь, в принципе, выключать или будем снимать центр города все-таки. Ну, чуть-чуть подснимем маленечко. Сейчас, если нигде не встанем в пробке. Новые автобусы наши. Закупили их. Драмтеатр. Малые. Так, смотри, аккуратно тут. Еще и дерутся возле дороги. Что старше это там?
молчат. Ну, тут у нас все хорошо, все красиво, подстрижено, помыто. Старенький такой дом красивый. Да. Сталинский. Хотел сказать высотки, пятиэтажки. Очень высотки. Да. Бонус от фирмы. Уже записываем? Да. Проедемся еще по Пушкино. Да. Она тоже такая не сильно длинная, но, наверное, по длине. Не видно за этим. Нет, да. Не видно. Андреевскую церковь. Так, а что я стою? Нет, уже ж можно поворачивать. СКФУ. Да, студентики. Раньше назывался СГУ. Педагогический бывший. Где тут памятник учительницы? Первая учительница. Да, первая учительница. Вот она. Солнышко, наверное, попало, не знаю, видно или нет. Посмотрим. Вот мы к Морозовой вернулись. У нас односторонние они. Пересекаем Морозово, даже по ней чуть-чуть проедемся. Тут такой изгиб, и мы на Пушкина дальше. Опять красный. Опять красный. Ну что делать? Тут уже более такая историческая часть города, хотя от истории тут уже, да, мало что осталось. Мало, да, что осталось. Только если в глубине там, может, какие-то домики. Что-то там вертишься. Что закружился? Этот, наверное, дом еще более-менее такой, ну, исторический. Это уже его отреставрировали. Вот это тоже нам с будкой тут вообще не нужен, все загорожено. Да. Ленина пересекаем. Вот тут слева был Лабаз, а до него Алмаз перед Ленина. Диагностический магазин. Центр наш. И вот здание справа, это все аграрный университет. Ну, это вроде как общежитие или что-то такое, да? Ну, это общежитие, да. А рядом. А тут еще вон ставят машины. Так аккуратнее под какой-то. Ой, ёлки. Фото. Центр. Рябинка и елочки. Снимай дальше. Елочка. Вот, да, вот что проехать, тут выкопали, да не знаю. Тут сужение на две полосы. Пересекли Мира улицу. Что-то трубы какие-то. Да, трубы укладывают. Легче пойдет после Лермонтова. Ну, конечно, в центре узко, но зато тенисто. Деревьев много, тени много. Тут у нас в основном пятиэтажки. Такое. Еще старый заборчик. Тут еще и тупят на поворотах. В одну вообще. Что, прям нельзя? Ладно, вот так, а то сейчас правда станем. Докопали. Нет, со второй можно. Просто тут налево будут поворачивать. А это что значит? Знак. Конец одностороннего движения. А, я все забыла. Я у тебя, по-моему, спрашивала. Да, впереди у нас рынок. Ой, там что-то впереди вообще раскопали. Да? Впереди у нас рынок. Верхний. Он уже тут строится, достраивается. Вроде как окультурили его чуть-чуть. Но вот этот недострой, по-моему, уже давно стоит. Так, отсюда нам нужно будет повернуть.
А зачем? Ты прямо поехал? Конечно. Там просто, видишь, сужение. Ну, сузимся. Можно? Лермонтова окей, пересекаем окей. И едем дальше. Вот он, наш рынок. Что-то тут расковыряли. Да, что-то тут. Прям это обслуживающая газельная. Так, ну тут уже полегче. Коммерсант. Все это наши такие из детства. Из 90-х еще пооставалось. 8 марта мы тоже показывали. Вот слева тюрьма. И тут опять частный сектор. В общем-то мы возвращаемся, поэтому. Поэтому как-то так. Ну, все улицы у нас там, самые длинные, это вот Ленина, там Мира. А тут они коротенькие. Сейчас уже думал я, что это помидор, типа этот знак. Я что он там лежит? Один. Я тоже не поняла, что это за тайком. Знак, да, такой поломался. Ну вот высотки есть, но тут как-то они хаотично. В основном частный сектор. Попали на красный свет. Тут вот как пешеходный переход, да? Угу. Реклама такая. Так-с. Выложили с плиточки. Пересекли Серова. Поехали. Ой, тут уже частный сектор. Тут я тоже был пару раз всего лишь. Прям себе построил хорошо. Так, такой домик. Почему бы и нет? Так, Бобик. Как хорошо, тут тенечек, так классно. Раскидистые орехи. Ну и все, в принципе, сейчас она закончится, Пушкин. Орехов ходи, собирай, да? Ну, да. Так, насколько я помню, направо еще Пушкина идет. Да? Или нет? Я не знаю, я не посмотрела. Нет, да, Пушкина еще. Пушкина 103. Ну, тут улицы петляют, поэтому. Туда строится тоже. Ничего себе там какой. Сейчас все строятся. Значит, денег нет, но строится. И вот мы подъехали к 10-й школе. Уперлись. В общем, тут уже и сказочка конец. Пушкина, получается, кончается. Да. Или начинается. Нет, 103 не понятно, да? Заканчивается. Я не посмотрела номер. 2,3 километра. Чуть-чуть дальше, чем остальные сегодняшние улицы. В общем, на этом мы закончим. Всем пока. Подписывайтесь на нас в остальных соцсетях, не только в Ютубе. Всем пока. До новых встреч.